В этом экспресс-обзоре рассмотрим карманный микроскоп Livinguk Zeno Cash 60 крат с клипсой для смартфона. Это компактный карманный микроскоп моноблочного типа. Все его оптические и механические элементы размещены в одном корпусе. Поэтому, если теряется, то все сразу. Шутка, но всякое бывает. Будьте внимательны. При помощи съемной клипсы микроскоп легко крепится на корпусе смартфона. Это позволяет получать фото интересующих вас мелких предметов для их дальнейшего, более детального изучения. Оптические элементы выполнены из качественного оптического пластика. Кратность микроскопа составляет 60 крат. Этого вполне достаточно для подробного рассмотрения различных мелочей. Исследуемый образец подсвечивается ярким светодиодом, который запитывается от встроенного аккумулятора. Для включения и выключения подсветки служит специальная кнопка на передней части корпуса. Зарядить аккумулятор можно от обычного зарядного устройства для того же смартфона. В комплекте есть короткий USB-кабель для зарядки от USB-порта вашего компьютера или ноутбука. Кроме белого светодиода, микроскоп оснащен еще и ультрафиолетовым. Полезная вещь. При его помощи можно проверить подлинность денежных купюр. Обратите внимание, что хорошая купюра в 500 гривен стоит двух таких микроскопов. Работать с микроскопом очень просто. Достаточно включить подсветку, приложить микроскоп к поверхности интересующего предмета и навести резкость при помощи специального колесика. Благодаря небольшим габаритам и малому весу микроскоп легко помещается в кармане одежды. Таким образом, его всегда можно держать при себе. Приведем несколько примеров изображений, полученных на смартфон при помощи этого микроскопа. Денежная купюра, монета, спичечная головка, фрагмент бумажной салфетки и так далее. Конечно, присутствуют оптические искажения, присущие оптике такого класса. Но, несмотря на это, картинка получается вполне удовлетворительная и детальная. Итак, наше впечатление. Данная модель карманного микроскопа оказалась весьма забавной вещицей. Она может стать постоянным спутником любопытного ребенка. Также этот небольшой оптический прибор будет полезен и взрослым, например, коллекционерам марок или монет, а также для любых других целей.